традиционного турнира по боксу, посвященную Дню города Кингисеппа. Аплодисменты! Пора на выход! Дорогие друзья, слово для приветствия. Уважаемые организаторы турнира, сегодня Кингисепп насыщен событиями. Сегодня у нас, позволю с вами поделиться, отчитаться, что сегодня в Кингисеппе 320 штыков, выпускников вышли в новую жизнь. Осталось только знать Евгея. За то, что вы ежегодно собираетесь на этом турнире, посвященную Дню города Кингисеппа. Я Ольга Кингисеппа. И я больше чем уверен, что на следующий год нас будет еще два раза больше, потому что на следующий год нам 630 лет. Это знаменательная дата, которую мы проведем со всей уверенностью и победностью. Но всех уже заочно приглашаем на этот турнир. Дорогие спортсмены, ребята, вы знаете, наш город очень гостеприимный. Вы знаете, что мы вас всех очень любим. И вы знаете, что мы всем вам желаем искренне победить сегодня. Кингисепп – столица бокса. Мы рады вас приветствовать у нас. Рады, что турнир у нас уже стал традиционным. Это вот в мае масса праздников. И это один из праздников. Замечательный праздник. Вы знаете, этот праздник у нас и столица бокса, Кингисепп стал благодаря заслуженным людям, ветеранам бокса. Ветераны спорта, которые знают, что такое молодежь.
который знает, что такое движение, который знает, что такое сила, сила воли. И вы знаете, всегда они остаются немножко в стороне, немножко в тени. Но каждый день, каждый час они вкладывают свои способности, свои возможности в это дело. Знает, что он уже выбрал себя. Мужчина только тот, как говорит мой первый тренер, то, как раз жизнь приступит к канату и дуга. Поэтому вы уже, несмотря на свой возраст, доказали, что вы мужчина. Вам хороших боев и уверенных побед. Спасибо. Thank you.
Попадай, встань, работай.